Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно действовать при огневом контакте. Тренируйся выстрелить первым. Будь всегда начеку. Это в тире мишень не уворачивается и не открывает ответный огонь. В бою у тебя будет только одна секунда, чтобы поразить противника. За это время лучше сделать два выстрела, чем прицеливаться один раз. Через секунду прячься в укрытие. Если ты не Дэдпул, не нужно укрываться за легковой машиной. Она простреливается на вылет. Частично защищает только передняя часть, где расположен двигатель. Упражняйся в стрельбе из-за угла не только с упором в правое, но и в левое плечо. Противник знает, как тебе удобнее, и попытается обойти укрытие против часовой стрелки. Всегда будь готов сменить позицию. Скорость в бою зачастую важнее меткости. А первым умирает тот, кто медленно бегает.